Повеселиться массово в эти выходные на площадь пришло около 400 благовещенцев. В полдень для них показали красочное представление на сцене. Не обошлось и без главного символа Нового года – козы. Здравствуйте, зачем к нам пошел? Здравствуйте, как это зачем? Ну, год мой наступает. Вот я и пришла народ повеселить, поиграть, погулять, кого надо пободать. Люди радушные, прям принимают, угощают. Вот и прям все хотят со мной сфотографироваться, прям все в гости зовут. Мне нравится, потому что я уже, у меня дедушка, он меня, ну, где-то с 5 лет уже водит на каток. То есть мне интересно, мне это весело зимой. Ну, не сидеть же дома у телевизора, глаза портить, правильно? А людям нормальным, ну, то есть ходить это весело. А здесь расположилась настоящая мастерская Деда Мороза. Ну что, попробуем заглянуть? В теплой палатке, в полумраке мастера что-то творят. Расскажите, пожалуйста, что вы, чему здесь учите? Мы учим плетению вот такого сувенира. Называется «Елочка из бусин и бисера». Она делается очень быстро. Я делала сегодня снежинку вот такую. Новогодние гуляния на площади Ленина продолжались несколько часов. В это же время с Дедом Морозом и Снегурочкой веселились жители КПП и села Садового. В остальных отдаленных районах праздник прошел тоже – 3 и 4 января. Регина Сорокина, Михаил Величкин. Программа «Город».